сегодня в программе. Какие часы прослужат дольше? Можно ли сварить яйца в микроволновой печи? Как правильно расслабить напряженные мышцы? И какое снаряжение необходимо для активного зимнего отдыха? Говорят, счастливые часов не наблюдают. Однако современный темп жизни заставляет постоянно следить за временем. С часами мы начинаем свой день и с ними же заканчиваем. Часы уместны везде. И на кухне, и в спальне, и в прихожей. И важно, чтобы они не только идеально вписывались в интерьер, но и служили нам верой и правдой. Точность, вежливость королей. Если вы пунктуальны, вам нужно точное устройство. Наиболее точными часами, конечно, являются кварцевые. Они могут спешить или отставать в пределах 10-15 секунд в месяц, то есть практически идут безошибочно, в то время как механические часы имеют тот же показатель, то есть 10-15 секунд в сутки, а то и больше. Механические часы требуют подзавода каждые 7-14 дней. В основном это дорогие напольные модели в корпусе из ценных пород дерева или высокопрочной стали. Напольные часы – это часы не для каждого дома, к сожалению. Это вещи эксклюзивные. И рассчитаны они прежде всего на помещение немаленькое. Я думаю, что это загородный дом, либо большая квартира. Механика более привередливая, чем кварцевые часы, потому что на механику действуют атмосферные факторы, там, как давление, температура, влажность воздуха. Также они более подвержены каким-то механическим воздействиям, там удары. Но с другой стороны, механические часы, они более ремонтопригодные. Детали сделаны с прочных материалов. Их почистить можно всегда, там, если даже металлические. В кварцевых часах больше используется пластика. Зубья, которые износились, а пластик, то уже их ничем не заменить на колесах. Срок службы качественных кварцевых часов 10-15 лет. Их можно подобрать для любого интерьера. Есть как простые, так и навороченные модели. Но чем больше наворотов, тем чаще нужно менять батарейку. Например, если часы с боем, с музыкой, с кукушкой, с бесшумным ходом и так далее. В таких часах, я думаю, батарейку надо менять почаще. Ну, по моим личным наблюдениям, не чаще одного раза в год. Раздражает громкое тиканье? Для вас механизм с плавным ходом или без стрелок? Выбирая бюджетные модели, имейте в виду, стекло в них в основном из пластика, а он легко царапается. Более стойкое к царапинам – минеральное стекло. Размер и дизайн часов подбирается в зависимости от размера помещения и интерьера. Для просторных комнат – сложные и крупные экземпляры. Для маленьких и насыщенных декором – скромные модели. И не забывайте, на фоне красивого дизайна часов не должны теряться цифры. Все-таки главное в часах – функциональность. А чтобы они служили дольше, держите их подальше от электромагнитного излучения и пыли. Пожалуй, всем без исключения хозяйкам хорошо знакома история с треснувшей во время варки яичной скорлупой и вытекшим белком. Если не стоять у плиты или не следить за временем, яйца можно запросто переварить или не доварить. Хорошо, что прогресс не стоит на месте. Специально для тех, кому надоела возня с кастрюлями у плиты и кто ценит свое время, придумали яйцеварку. О том, насколько удобно это изобретение в использовании, нам расскажет директор сети дискаунтеров «Кошелка» Александра Баканова. Именно в этой сети каждый покупатель может найти этот бытовой прибор. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Как только в сети наших дискаунтеров появился этот современный бытовой прибор, он сразу же стал популярен. Это неудивительно. Я и сама пользуюсь этой яйцеваркой и знакомым советую. Очень удобная и практичная вещь. Как работает яйцеварка? Давайте посмотрим на начинку этого незамысловатого приспособления. Яйцеварка очень проста в обращении. Смотрите, для того, чтобы сварить 4 яйца, необходимо налить воды в алюминиевую колбу. Воды совсем немного, да? Да, совсем немного. И поместить туда яйца. Яйца предварительно прокалываем с тупой стороны и кладем внутрь проколом вверх. И в микроволновку.
В микроволновку? Да, в обычную микроволновую печь. Это несомненное преимущество этого прибора. Благодаря этому его можно использовать даже в офисе. Очень удобно. А время приготовления какое? Все зависит от того, какие яйца вы любите употреблять. Если всмятку, ставите на 4 минуты. Если вкрутую, то на 7. После приготовления яйца нужно опустить в холодную воду. Полезный завтрак готов. Яйца не вытекают, не лопаются, желток не синеет. И концентрировать свое внимание на том, чтобы приготовить яйца, не нужно. Можно приготовить 1, 3 или 4 яйца в зависимости от объема яйцеварки. А благодаря оригинальному оформлению, такая яйцеварка еще и внесет изюминку в обстановку на кухне. Найти это полезное приспособление вы всегда сможете в сети дискаунтеров «Кошелка».Зачем тратить время и силы на бесконечную уборку по дому, когда можно заняться более важными и приятными делами? Прогресс, как известно, не стоит на месте. Вот и корейские ученые не прекращают радовать нас своими разработками. Не только удалить видимое загрязнение, но и собрать даже мельчайшие частицы пыли с напольных покрытий способен робот-уборщик нового поколения. Эта улучшенная модель оснащена системой микроконтроля и встроенной камерой, позволяющей анализировать окружающее пространство, не допуская столкновения с препятствиями. Между тем, этот робот-помощник обладает улучшенной способностью преодолевать межкомнатные пороги высотой до 20 мм. Задайте ему необходимый режим работы, и можете быть уверены, ваши полы будут идеально чистыми. В отличие от других моделей, эта кроха может проводить сухую и влажную уборку одновременно, спокойно преодолевая пространство под кроватями и диванами. Пока он работает, вы можете расслабиться и получать удовольствие. Например, во время сеанса расслабляющего массажа прибором от компании «Прямая Корея». Уникальный массажер разомнет уставшие мышцы, словно сильные руки профессионального массажиста. Просто приложите его к нужному участку тела, будь то спина, ягодицы или ноги, и нажмите кнопку. Запатентованная технология массажера позволит идеально подобрать силу воздействия. Массаж наиболее подверженных усталости участков тела шеи и плеч можно сделать еще эффективнее, если подключить функцию разогрева. При нажатии еще на одну кнопку можно поменять движение массирующих элементов, тем самым равномерно распределить эффект от массажа на все тело. Этот массажер можно использовать где угодно – дома, на работе или в машине. «Прямая Корея» предлагает только качественный и проверенный товар с внутреннего рынка Южной Кореи. Легкость, тепло, эластичность и дизайн – вот четыре главных элемента, которые создают комфорт для спортсмена. Правильно подобранный лыжный костюм превратит покорение горнолыжных трасс в настоящее удовольствие. В магазине «Фаворит Кемпинг» представлена новая коллекция горнолыжной одежды линии «Муви Спорт» японской марки «Дисценте». Система «Хит Неви», использованная в этой марке, революционная японская разработка. Волокна ткани поглощают солнечный свет, преобразуя его в тепловую энергию. Японские дизайнеры используют уникальные материалы, позволяющие контролировать температуру тела и уровень влажности. Высокотехнологичные материалы и множество ценных деталей – отстегивающиеся капюшоны, проклеенные швы, боковые молнии для дополнительной вентиляции, утеплитель воротника – зимняя спортивная одежда от магазина «Фаворит Кемпинг» отвечает самым высоким стандартам комфорта. Здесь же вы найдете инновационное термобелье фирмы «Голдвин» для активных занятий спортом и повседневной носки.